Сегодня обзор полон любви, вдохновения и чувств. Я люблю тебя. Я тебя люблю. Что может быть лучше и прекраснее этих слов? Конечно же, ничего, потому что любовь, страсть, я тебя люблю, это то, что нас вдохновляет больше всего и делает счастливыми больше всего. Конечно же, иногда и несчастными, поэтому над отношениями стоит работать. Для работы с отношениями, проработки ситуаций, в поиске ответов на вопросы, что касается любви, отношений, семьи, я нашла вот такие вот карты, в которые влюбилась сразу. К картам идет такая вот книжечка с подробностями о картах, с подробностями о создателе карт. Автор колоды Владлена Терещенко, психолог, сертифицированный арт-терапевт, арт-коуч, сексолог, тренер по сексуальности и женственности, обучающий тренер по созданию метафорических карт, автор метафорической колоды «Времена женской души». Как вы видите, на картах есть три ободка – синий, красный и зеленый. Зеленая рамка – это интимность, красная рамка – страсть, синяя рамка – преданность. Помимо того, что вам попадается картинка, которая вам о чем-то говорит и отвечает, вы еще можете немножко подумать на том, из какой сферы этот ответ. Интимность, страсть или преданность. В наборе 60 карт, плюс инструкция, которую я только что вам показывала, там есть идеи, как работать, как лучше понимать результаты, что вам попадает или что попадает вашим клиентам. Я тебя люблю на разных языках, что так просто невероятно прекрасно. Картинки очень красочные, чувственные, эмоциональные. О многом говорящие, искренние. Эти карты способны вдохновить на нежность, на поступки, ответить на ваши вопросы. Ссылочку для заказа вы найдете под видео. Вдохновляйте и вдохновляйтесь на своем жизненном пути. С вами была Вета Базюк. До новых видео. Пока.